Нихао, люди, джентльмены, рад приветствовать вас на канале topchainalog.ru. И сегодня у нас в обзоре, в продолжении темы различных GPS-трекеров, Pet GPS Tracker. Это такой вот маячок для домашних животных. Поставляется в коробочке, знакомой, в принципе, обычного стандартного размера. Такой же коробочкой примерно поставляются детские часы, например, Q50, тоже с GPS. Есть у нас основные характеристики, и важно сразу отметить то, что они работают, эти трекеры, в наших сетях мобильных, поддерживают вот такие вот частоты, 850-900-1800-1900 МГц, и у них двойное позиционирование у этого трекера, GPS, это с помощью спутника, и LBS, это с помощью мобильных, вышек мобильного оператора. Также стоит отметить хорошую батарейку на 500 мАч, это достаточно хороший АКБ для того, чтобы не нужно было каждый день заряжать этот трекер. Посмотрим, что в комплектации идет, сам трекер, к нему попозже вернемся, симпатичный такой. А внизу в коробочке есть в первую очередь мануал, инструкция, она с картинками, красивенькая, на английском языке, то есть видно ориентацию на западный рынок. Это хорошо. И с другой стороны у нас тоже английский язык с QR-кодами для скачивания приложениями, с которой работает этот трекер. Он показывает местоположение в реальном времени. Работает с iOS и с Android. Помимо прочего, в комплектации будет USB кабель для зарядки. Это специальная клипса, к которой крепится GPS-трекер для собачек и кошечек и всяких других животных. И с помощью него и происходит зарядка. Здесь у нас есть вот вход microUSB. И помимо прочего, будет вот такой вот наборчик, здесь отверточки, болтики и заглушечка. Посмотрим позже, для чего это нужно. И вот такая вот штука, это ошейник, можно так его назвать. Или это просто крепление какое-то, которое поможет присоединить куда нужно ваш этот GPS-трекер. А теперь к самому девайсу. Выглядит он прикольно, интересно. И если вы покупаете, и если у вас магазин, например, даже подарков, то я думаю, что бросается в глаза этот GPS-трекер. Отличный подарок, который покупают уже розничные покупатели своим друзьям и близким. Он выполнен из пластика. Прикольный, интересный дизайн. Хочется по дизайну отметить две вещи. В первую очередь есть вот такие вот петельки, которые помогут прикрепить, ну не только вот к этому ошейнику, но и в принципе к любому другому ваш трекер плотненько, чтобы он не болтался, не мешал вашему любимцу вот таким вот способом. И второе, это выходы для зарядки, с помощью которых, к которым присоединяется вот эта клипса таким вот способом. И происходит зарядка, когда выставляете USB кабель microUSB сюда, USB в блок питания или в компьютер. Конечно же, производители, дизайнеры продумали такой момент, что этот трекер будет пачкаться, будет попадать сюда влага, пыль и так далее. Поэтому единственный вот такой разъем, именно для этого, кстати, вот используется разъем зарядки такой, а не отверстие. А слот для сим-карточки выглядит вот так. И именно здесь нам понадобится набор отверточек и вот такая заглушка. То есть вы вставляете сюда сим-карточку и плотненько закручиваете крышечку, которая идет вот в комплекте. В целом производит хорошее впечатление этот GPS-трекер. Это готовый уже продукт, готовый под реализацию, не надо ничего допиливать. Красивая упаковка, полная комплектация вот с такими приятными бонусами. И он хорошо работает за счет того, что имеет двойное позиционирование по сетям LBS и по GPS с помощью спутника. Для тех, кто хочет какие-то подробности об этих товарах и хочет купить оптом GPS-трекер для домашних животных, в описании видео есть наши контакты. Пишите нам, спрашивайте, какая минимальная партия, сколько их стоит привезти из Китая. А я благодарю вас за просмотр видео, подписывайтесь на наш канал и следите за новыми обзорами. И удачи вам в бизнесе!